Как же Диана Анкудинова готовится к презентации нового альбома? Давайте разбираться. Так, я пришла на вокал. Только сейчас буду готовиться к презентации. Надеюсь, все пройдет хорошо. Чего я искренне желаю Диане и ее команде. Музыка шикарная, просто шикарная, друзья. Меня чисто небо цвет. Проще мне то, что не простить. Мы через тучи видим свет и узнаем, как дальше жить. Вот только на основе света. Вот я вывожу. Да. Я прям... А главное, что присутствует позитивная атмосфера грядущего шикарного мероприятия. Но и это еще не все. Ровно 2 недели, друзья, прошло с момента выхода заключительного выпуска проекта «Show Must Go On» на телеканале НТВ. И вот в сети появилось закадровое видео финала, тоже крайне интересное, я думаю, для просмотра. Давайте посмотрим, как это было. Я решаю. Вы сейчас видели педагога по вокалу Дианы Анкудиновой Александру Письмина. Девочки. Предводитель нашей банды. Приятно. Вот он же прямой. Как у них здесь прикольно. Правда, никого нет. Здравствуйте. Только вы. Да. Да. Один на гриме. Один репетирует, хорошо. Ой. Ну, мы праздник хотели. Это же финал. Вот Толя на гриме. Ну, давай мы ему покажем. А может, по трубке? А их нету, наверное, еще. Так как ты пока что один из всех мужчин. А вот и Анатолий Цой. Пока что тебе праздник, вот финал, ты меня поздравляю, значит, с финалом. Ух ты. Привет. Привет. Спасибо. Все, я принесли. Забираю. О, так быстро. Окти. Я полетел. Но обещал вернуться. Короче, мы туда там вам закинем. Нафиг. Чтобы я мог отыграть на то, что ну, вот я все ждал, когда выглядит. Наконец-то, значит, когда дочери меня зализывают, мне это очень приятно. Хотя бы все. Ну и куда же без шоу-бизного бати Стаса Костюшкина, конечно же. Леденец Костюшкина. Юль, Диана сказала хорошо. Яйца Костюшкина был, яйца Костюшкина были. А леденец? Леденцов Костюшкина вообще не было. Я тебе хороший аргумент. Ну что такое? Да. Ну что ты? Что ты начинаешь? А у меня один номер. Что ж, друзья, я уверен, что этот проект останется в наших сердцах, конечно же, надолго. Огромное спасибо за это закадровое видео. Было действительно интересно с ним познакомиться и поностальгировать по тем событиям, которые были 2 недели назад, по тем прекрасным телеэфирам. Какая-то настоящая магия происходит, что ли, именно в закулисье любого проекта. По крайней мере, я, друзья, так
считаю. А также отмечу, что 7 декабря в 20 часов по московскому времени Александра Письменная проведет в Инстаграм свой прямой эфир. Он будет посвящен вопросам шоу «Must Go On» и участию Дианы Анкудиновой именно в этом проекте. А уже 8-го, друзья, нас ждет, наверное, главное событие декабря. А именно, да не только декабря, если... Так, а порассуждать, то всего 2021 года, а именно презентация дебютного альбома Дианы Анкудиновой. Это будет очень яркое и интересное событие для всех нас. А чтобы быть в курсе последних новостей из мира современной музыки, подписывайтесь на канал Горинов и на канал Горинов Лайв. Всем замечательного настроения и спасибо, что досмотрели этот ролик до самого конца. Искренне надеюсь, что вам было интересно. Берегите себя и слушайте хорошую музыку, друзья. Увидимся.